Костик, давно тебя не было видно на поле. Расскажи, что произошло? Я получил травму. Поначалу думал, что травма не такая серьезная. Просидел где-то 2-3 недели и думал, так пройдет. Но потом сделал 2 МРТ, тоже ничего не показало, тоже подождал и думал, что тоже не так серьезно. Потом сделали артроскопию, потому что нога никак не проходила. И потом оказалось, что серьезно, сделали операцию. Как прошла операция? Операция прошла удачно. Уже как 4 дня как уже могу ходить, но трость мне помогает. Но я считаю, что прошла удачно, и сказали, что через несколько недель уже смогу, примерно через 2-3 недели уже смогу начать тренироваться и бегать. А в общем, как проходит восстановление и как ты себя чувствуешь? Ну, первая неделя очень тяжело, потому что сидел дома только, не мог ходить ничего, и родители, сестра помогала, и тяжело. А сейчас уже намного лучше, вот сегодня пришел, увидел ребят, тренеров наших, весь коллектив, и мне стало намного лучше. А приедешь поддержать команду в полуфинале Кубка? Да, обязательно, обязательно. Послезавтра обязательно приеду на игру и поддержу. Надеюсь, выиграем.